Добрый день, начинаю новый влог. Сегодня выходной день. Пока Бобан отсутствует, пошел с другом пить кофе. Я вот смотрю телевизор. Олимпийские игры в Пекине. Сейчас идут прыжки с трамплина, я так поняла. На первых двух строчках, говорят, находятся русские спортсмены. Что касается фигурного катания, конечно, это было что-то непонятное. Не скажу, что это был шок, но... В принципе, все очевидно, что русских спортсменов всегда притесняют. От Сербии на Олимпиаду, как я поняла, отправили всего два спортсмена. Это один мужчина и одна женщина. Так, у меня закончились повседневный парфюм Бью. Нужно вот сегодня пойти погулять, зайти в аптеку Лили, посмотреть, может быть, у них на акции что-то есть. Моей тут... Парфюмерии мало, Бобан попросил уголок, а сам он позанимал. Это только половина всего, что у него есть. Остальное еще в шкафу хранится. Что Бобан не тратит? Что не тратит? Этот духи, как он называется? Парфюм? Парфюм, да. Ну, это то, что чем он пользуется ежедневно. Вот так вот это выглядит. По сравнению с моими запасами. Мы с Бобаном вышли немножко прогуляться, то засиделись дома. Может быть, зайдем где-нибудь, попьем кофе. Хотя Бобан что-то бубнил, не хочет кофе. Я? Да, ты сказал дома, самое лучшее кофе. Да, это лучше. Никто, говорит, лучше меня не сварит. Нет. Сейчас, а? Сейчас 5 вечера. Вот. На улице тепло. Да. Выходим на... площадь, играет музыка. Это, наверное, в винном городе, а может быть, из какого-то кафе, а может, просто уличные музыканты. Интересно, почему-то домики закрыты. Да? Обычно работают. Вот, подходим к аптеке Лили. Нужно забрать мне карту. Карту делала бонусную еще в ноябре. Должна быть уже готова. Посмотрим. И посмотрим. Потому что написано снижение тотальное. Посмотрим, на что там сняли. Вернее, снизили. Вот так выглядит аптека. Это только один из залов. Вот она ищет карточку по имени. Фамилии. Не знаю, это мы уже в другом зале, парфюмерном, косметическом. Это линзы, вот здесь да. Цветные. Три помады. Где пишут линзы. А здесь вот витаминки. Да, и как она называется? Средство. Средство для линз. Вода. Да, она вот тут. Оптифри, как мы покупали в России, видел? 1235, да, русский. Ну, хороший, неплохой. Ну, хороший, но здесь дороже вниз. Да, вот здесь прену купить дешевле. Видел? Да, Брепа, веди меня. Вот хорошее средство алоэ вера. Разные вкусы есть, видите. Вообще очень хорошее для женского организма, да и вообще для иммунитета. И цена у них 1705. А еще мне в Сербии нравится, что все витамины можно посмотреть в шипучем виде. И С, и кальций, и магнезия, все, что хотите. Классная штука, я пользуюсь и пью такие. Некоторые витамины на снижении, 109 динаров, это где-то 80-90 рублей, вообще копейки. Да, вот я нашла Бью на скидках, туалетная вода 400 динаров, она всякая разная. 370. Ну да, 370. 300 рублей, а здесь уже больше туалетная вода, наверное. Здесь уже 759 динаров, это сколько? 600. 600 рублей. Изначально видели, цена
1090. Не показала, что это моя. Да, 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 хорошо, дали нам карту, но она не уверена, что это моя. Сказала, дома придете, проверите. Вот купила я вот такой парфюм, купила оранжевый, попробую. Но тогда у меня не было, был красный с серым. И объяснили, как пользоваться картой. Дает бонусы вот на такие вот товары с цветочком. А если есть товар с цветочком, то на карту еще падает 100 динаров. То есть карта накопляемая. Нагулялись с Вованом, пришли в кафе кофе попить, взяли по одной баклаве попробовать. Вот как принесут, я вам обязательно покажу. Говорю громко, чтобы музыку забить, иначе тут может не пропустить. Кубида и Ака Капа. Вован, ты заказал капучино? Вот два капучино. Вот слева это греческая, а это какая? Нет, это турецкая, а греческая. Нет, греческая треугольник. А вот это вот турецкая. Да-да-да. Решили попробовать. Турецкая. Греческая. Спорим. Спорим. Спорим? Да. Сходил Боба, посмотрел, кто из нас оказался прав насчет баклавы. Кто был прав, Боба? Я. Неправда. И он сказал, ты была права. Все-таки, да. Треугольная это греческая, квадратная это была турецкая. Я всегда думал, что она турецкая. Нет, там же написано было. Написано, но все равно. Вот прошло время, я провела стрим, первый попробовала. Надеюсь, это будет теперь чаще. Я буду встречаться в прямом эфире. И на кухне у меня, и просто в моем рабочем кабинете. А, мы уже с Бобаном дома. Вот сейчас я вошла на сайт Лили Апотека и буду проверять номер карточки. Посмотри, что действительно они мне дали мою карточку. Вот так выглядит этот сайт. Никак не хочет проверяться карточка. Вбиваю email-адрес. Пишут, что неправильно введен адрес, хотя я на страницу зашла по этому электронному адресу. Ну, что делать? Буду пользоваться этой карточкой, которую мне дали. Еще раз покажу парфюм, который я взяла. Био, он оранжевый, тренди. Вот такой парфюм я взяла. Буду пользоваться. Ну, приятно пахнет. Нотки здесь, знаете, такие цветочные, такие восточно-восточные, да, скорее всего. Ну, подходит для девушек, которые любят нетрадиционный стиль одежды и образы. Приятный аромат, очень приятный. И отправляю парфюм на свое место. Занял свое место, пусть стоит. Этот, значит, уже, ну, еще на раз. Будем. А я сегодня рассказывала в прямом эфире в кафе про сухое мясо. Вот таких два куска нам вчера передал брат Бобана. Да. А вперед... Он нам дал шкварки. Вот так выглядят шкварки. Это вот топленое сало получается. Называется дуван шкварки, то есть табак. Потому что они мелкие и легкие, как пух. Ну вот любят сербы, едят. А потом приходила сестра Бобана и принесла нам вот такую вот куриную колбасу. Бобан вообще не ест курицу, вообще ни в каком виде. Уже много, 30 лет, он говорит, не ест. Ну, может быть, с яйцами пожарю я. Я ем. Так вот, до сих пор нас подкармливают. Оказывается, в Сербии тоже продают жареную сою. В таком виде она, соя, выглядит. Она соленая, вкусная. Бобан сегодня купил. Да, она действительно вкусная. Я не знала об этом, только сегодня узнала. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.